Да, дорогие друзья, сегодня у нас 1 мая, и поэтому сам Бог велел нам поехать в этот праздничный день всех трудящихся, поехать потрудиться, то есть кое-что скоммунизить. Поехали. Вот где-то тут близко уже этот карьерчик. Приват Грюнштук, кто-то здесь стоит, кто непонятно. Так, ну мы сюда не поедем, зачем? Сейчас вот с вами вот сюда поедем. Так, вроде как никого нет, никому не мешаем, хотя запретный знак стоял. Вот здесь количество полицейских на массу народа очень низко. Поэтому мы с вами наберем сейчас быстренько и свалим отсюда. Знаете, мне нравятся вот такие камни, как бы окатыши. Вот. Такие вот. Там вообще их очень полно, но я туда уже спускался. Спустился, а выбраться было тяжело. Поэтому мы будем с вами вот тут что-нибудь искать и сюда забрасывать. Ну как, думаете, хватит нам на кострище? Я думаю, да. К сожалению, забыл, я хотел же еще ведерко взять, а? Вот этот вот гравий засыпать между камушками. Так что придется, наверное, еще раз ехать. Вот камушки, тележка. Хорошо, что у меня эта дорожка идет вниз под уклон, а не наоборот. Сейчас оттортаем и вернемся. Тут лежат наши бетонные плиточки. Здесь они как бы не пригодились. Ну, зато мы их сейчас через забор перекинем, и будет у нас там они лежат. Как вовремя рухнул тут этот произведение искусства. От прежнего хозяев, моим хозяевам досталось. Вот. Но это как раз мне поможет создать сначала круг вокруг огневища. Круг вокруг. Тот, кто живет в Германии, возможно, сейчас будет смотреть и посмеиваться. Ну что ты крохоборством занимаешься? Поехал бы там в строительный магазин, песок 5 евро, галька это 5 евро. Ну и все, отдал бы. Нет, ребята, нет. У нас с вами проект «Беззатратная дача». День 4. А поэтому нет. Да, и не хочу я. У нас сидит это, ребята, что если можно взять бесплатно, возьмем бесплатно. Доля риска минимальная. Немцы, конечно, не любят, когда что-то бесплатно берут, но кто бы их спрашивал. Так, ну все, поехали домой. Сейчас я развезу это все в тележках. И с завтрашнего утра начну уже костерище это делать. Ну. Не знаю, хватит на периметр или нет. Но, в всяком случае,
мы с вами заготовили, а завтра рабочий день, рабочий. Вот. То есть все классно, ребята. Скоро эта погода сменится на очень яркую, красивую, солнечную. И мы будем вздыхать от жары из огня до полыни.